Я уже. Точнее, я не бо. Бля, ребят, может, не будем играть сегодня? Вы слышите прям какой-то этот. Как будто шаман играет, ребят. Ну да, там. Давайте мы сначала. Я ничего не боюсь. Ребят, ну вы же все испугались, да? Я-то не испугался. Ребят, это же кладовка? Бля, ебать, скрип, вы слышите? У меня дома были такие часы, я вам зуб даю. Я вам дрочу, серьезно. У вас не получится меня напугать. Вам ясно, чат? А там собачка, кстати, еще на улице. Надо к собачке подойти. Что это было? Что-нибудь такое? Блять. Здесь равно в серединке, а здесь равно с этой стороны. Блять, я думал. Блять. Гандон ебаный. Ты кого это назвал гандоном? Слышь, ты, блядь, выйди раз на раз со мной. Чмо, блядь. Кто это такой, ребят? Кого это прислали мне только что? В рубашке сидит еще это, выебывается. Ученики 9 класса остались в школе после уроков, не уведомив учителей. В ночное время они провели на территории школы запрещенные мероприятия, а именно гадание с вызовом духов. Ребят, у вас в школе написано прям в правилах, нельзя вызывать духов. Блять, ты дурак, хватит. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Шуфутинский где-то убился от зависти. Передать Саше. Саша, запомни, если ты вдруг увидишь или услышишь что-то, не подавай виду, иначе оно не отстанет. Блять, ты нахуй меня пугаешь? У меня еще фонарика нет. Неудобно. Сука, блядь. Я ничего не боюсь. Ребят, ну вы же все испугались, да? Я-то не испугался. Вот это я не знаю, что это включил. Блять, сука. Да ты стебешься, я эту дверь вообще не видел. Вот, ребят, вы видели? Ну... А, ну ладно, видно. Чего вы мне не сказали, что здесь дверь? Это для каких гениев школа в Якутии? Не елось камерой, что? В смысле не елось камерой? Не вглядывайся в темные окна, блядь. Слева темное окно, ребят. Слева темное окно. Блядь, не дай бог. Не вглядывайся в темные окна. Ну хорошо. Я нарисовала, вырезала, сложил. Бля, бирюзовый лист, на самом деле, так делают гении. Вот я, если бы у меня была бумажка... А, у меня есть бумажка так-то под рукой. Ну ладно, мне просто лень было. Бля. Бля, ты дурак? Испугался, не бойся. Блять-то. Я ничего не боюсь. Так, а где Пэс? А куда Пэс убежал? Пэс! Будешь майонез? Может, кетчуп в тебя есть? Так, ну ладно. А, молодой человек, покиньте помещение. Пу-пу. Пу-пу-пу. Блять, иди нахуй, слышишь? Сучий потрох, блять, навызывали дети, девятиклассники, блять, ебаные. Ты дурак, блять. Сучий. Дурачок. Блять, все уже и уже. Болчут, ты как здесь протиснулся вообще? Болчут там останется, потом добежит. А если я пойду в лес? Нет, там меня сейчас бабка какая-нибудь изнасилует, это 100%. Попробуй дерево убрать. А как, подожди, мне? А как какать? Слушай... Болчут! Болчут, иди сюда!
Бля, меня сейчас услышали, наверное, да? Это все мой кот Люцифер. Сора, зачем твой кот Люцифер это сделал? Ну, вроде я правильно иду. Но это какой-то симулятор заблудившегося якута, блядь. Я не знаю, все, короче, крашнулось, полетело. Я остановился, чтобы все настроить, а Булчу тут просто попиздовал вперед.